тебя порву. Что, простите? Парковка! После уроков! Приходи! Учителя не дерутся! Я хочу, чтобы это видел каждый. Хэштег «Учителя дерутся». Кто еще об этом знает? Я не должен нравиться. Я должен учить. Да я вообще драться не умею. Кулачки сожми. Прикалываешься? Ты мужик или кто? Хэмбл! Лучшее, что я могу, это свалить. Я тебя не отговариваю. Посмотри на себя, ты дрищ. Напрягись. Я уже. А мышцы где? А может тебе просто подставить челюсть и упасть, и притвориться мертвым, как опоссум? Или что там эти крысы-переростки делают? 911, что у вас случилось? Тут один псих в школе угрожает поколотить меня. Если у тебя проблемы с одноклассниками, скажи учителю. Я и есть учитель. Ну ты взрослый мальчик, вот он и дери ему задницу. Возьмем бедолагу. Мы не подберем автостопщика. Он может оказаться серийным убийцей. Я не хочу опоздать на мамину свадьбу. Йоу, чувачки! Мы тут немного нервничаем, так что вопрос прозвучит странно. Извини, ты не серийный убийца? Нет, я не серийный убийца. Ты выделяешь слово «серийный», но не говоришь «клянусь вам, что я не убийца». Мы тебя, конечно, подвезем, но... Тебе там не сильно жмет? Грохнул бы тебя, да не могу. Возможно, стоило давно вам признаться. Я придумала все эти истории о вашем отце. Что именно? Что он умер от рака прямой кишки. Я вообще понятия не имею, кто ваш отец. Это что получается? Я зря пялился на задницы незнакомых мужиков из-за выдуманного рака выдуманного папаши, пытаясь чтить его память. Теперь ты можешь заняться пластической хирургией или чем-нибудь повыше пояса. Где-то же он есть, я найду отца. Я с тобой. Выходит, мама встречалась с Терри Брэдшоу. Помните женщину по имени Хелен Бэкстер? Это просто как взрыв из прошлого. Я не видел более упругой задницы, чем у нее. А буфера были, бум! Девица чуть не стоила мне суперкубка. Что за Роланд Хант? Так вы дети Ленни Бэкстер? Что вы тут забыли? Мы ваши сыновья, вы наш отец. Да не могут эти недоумки быть моими детьми! Это парочка олигофренов! Он вспыльчивый, как и ты. У вас выдался очень тяжелый денек. Гони, гони! Стой! Что это было? Похоже, человек. И тем не менее, замечательный день. Are you ready for me? Пожалуйста, прекратите это безумие. Совсем не важно, кем был или не был ваш отец. Мы чуть не сдохли! Это было лучшее приключение в нашей жизни! Нифига! Парни, нутром чую неладное. Это не фургончик с мороженым. Это чертов поезд! Имя Хелен Бэкстер задевает за живое? Да, за очень живое. Эта женщина просто заклинательница Моджо. А вам что за дело до Хелен Бэкстер? Она наша мама. Мы просто обнимались. Кушать подано. Так как вы... познакомились. Лейрд выступал с речью в нашем университете. Потрясающе. Она задавала самые сложные вопросы. Наша гордость. Самая умная в семье. И самая сексуальная. Ее волосы, ее глаза. Прекрасные глаза. Ее чудесные холмы, плавно переходящие в лощину. Так и хочется разбить там палатку и поселиться. Понимаете, о чем я? Отдых на природе. Это ее первый парень? Ага. Помню себя в его возрасте. Член работал как перфоратор. Шака-фака, 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 шака-фака. Этот ее парень какой-то интернет-миллиардер. Похоже, двинутый на голову. Ты могла выбрать любого. Почему, Лейрд? Пап, он правда хороший парень. С ним я счастлива. Он его съел. Лейрд просто не следит за речью. У меня для вас сюрприз. Та-да! Наша рождественская открытка. Тут написано «Счастливого Рождества». Счастливого Рождества? Ну что, так и помру. Он своими щупальцами скоро всех нас передушит. Видела, как он к матери присосался? На. На. Да он просто отмороженный. Привет. Я вообще-то ждал Стефани. Мы сильно поругались. Не волнуйтесь, мы потом страстно помирились в душе.
Нет, в сочельник я собираюсь сделать Стефе предложение. Ты дашь свое благословение? Мой ответ нет. Мне нужна пара дней, не больше. И к утру Рождества ты будешь звать меня сын, а я тебя папа. Можешь даже не мечтать. Еще посмотрим, пап. Нет. Батя Аня. Заткнись. Ладно. Пап. Вся на мази. Думаю, они от меня проперлись. А у меня немного другое впечатление. Ты, засранец, недостоин нашей дочери. Хочешь бросить мне вызов? Я тебя прикончу. Ты меня очень огорчил. Это письмо из моего банка. Я купил твою компанию. Game over. Иногда мне кажется, ты правда безумен. Ты прав. Я без ума от любви к вашей дочери. А где Скотти? О, господи, он под лосем! Он тебя изнасиловал, бро!